Здравствуйте, меня зовут Эдуард Титов. Всю эту ночь и утро Левин жил совершенно бессознательно и чувствовал себя совершенно изъятым из условий материальной жизни. Он не ел целый день, не спал две ночи, провел несколько часов раздетый на морозе и чувствовал себя не только свежим и здоровым, как никогда, но он чувствовал себя совершенно независимым от тела. Он двигался без усилия мышц и чувствовал все, что все может сделать. Он был уверен, что полетел бы вверх или сдвинул бы угол дома, если бы это понадобилось. Он проходил остальное время по улицам, беспрестанно посматривая на часы и оглядываясь по сторонам.